Комплексные дорожные работы завершились на улице Грязодубовой. На проезде от домов номер 33-35 до дома на Марины Росковой 3 появилась новая система водоотведения и заасфальтированный проезд, сообщили в администрации Владивостока. Жители довольны новыми переменами во дворах. У нас сверху сопок, как бы все спускается, вода и горная, и домовая, и всякая-всякая разная, когда ливни идут. И поэтому, конечно, здесь как танки грохотали. Поэтому сейчас поставили ливневки, и более-менее она уходит. Пока претензий таких нет. Все красивенько. Будем надеяться, что будем красиво жить. Помимо этого, проезды на Грязодубовой также отремонтировали проезд в районе домов 45-49. Всего же в текущем строительном сезоне комплексными работами охватили более 30 адресов. Это участки дорог на улицах Давыдова, Олега Кошевого, Луговой и других. На большинстве из них ремонт уже завершен. Работы проводятся по заказу администрации Владивостока. Евгения Брыкина, новости на Восьмом.